привет, как и обещал своему подписчику, своим подписчикам, что обязательно съезжу еще. Сегодня 8 мая. Последний раз я был 10 дней назад на старом мосту. А это мост через протоку реки Обь. Вот он идет, ремонт маленького моста этого. Доезжая до моста, видите, станция Присягина. Здесь тоже идет ремонт. В прошлый раз, когда я ехал, разобран был перрон. Сейчас не знаю, кран стоит, а что там делают? Ставят фундаментные блоки. Видимо, будут делать опять перрон. Надо водички попить, дабы предотвратить обезвоживание организма. Приостановился я посмотреть. Вот видите, шпала. 10 дней прошло, также все лежит. Здесь прям четко русло было, а сейчас поднялась, наверное, на метр, а то и больше, наверное, на полтора река. Весь лес, который вдоль дороги, затоплен. Вот, ребята, подкатил я к границе города Барнаула, а там далее виднеется мост. Старый мост, про который я показывал в прошлом видео. Переключился на пониженную. Поднялся я на мост. Вот видите, я его с левой стороны снимаю. С левой стороны по ходу въезда в Барнаул. Сейчас подъедем поближе. Выгонят. Ну вот так визуально вот сейчас смотрю, ну недалеко они продвинулись, хотя движение есть. Здрасте, а пропустят там, нет? Ну, может и пропустят, пока не вообще. Нежелательно. Вообще я слышал, что на 2 года полностью. Вы прорабы? Да. Понятно. Ваше дело. Вы сейчас плиты меняете, да? Ну мы всем заниматься будем. Понятно. А барнаульская организация? Она новосибирская, мы барнаульские. Понятно. Да, хотел тут нет. Ну этом. Там так-то можно было бы проскочить, но у них сейчас одна плита на другой, там большая ступенька. Не, мешать не буду. А там 5 баллов узких. Угу. И все, и там уже железка идет вниз. А сколько высота его? Ну, в общем, от железной дороги, если считать, я уж не помню, метров 5 где-то, по-моему, от железки.
Какой? Который там идет или где? Который внизу. А, внизу. Он же совмещенный. Да, понятно. А вообще, да, вкусно, ты даже так не смотрел. Как-то высоко. Так, я смотрел, скажу сейчас. 15-4 метров полностью фермы. По-моему, 15 метров фермы по высоте. Имеется в виду от воды, от, да? От нижнего пояса, нет, до верхнего пояса. А от воды ну сколько там? Там метров, ну, 12 где-то, наверное. Это от низу. Ну, 15 и 12 уже 27, 9 этажей. Нет, я имею в виду, что... Ну да, если все по высоте считать. Ну, да, я про это да, говорю. Да, да. То уже много. Так. Ну, понятно. Ну, сейчас единственная радость, что дорога свободная, покататься можно. Ну, это да. Так у нас тут по... Где вот Писягинского, там стрит-рейсер или как молодежь гоняет. Да, я ну, вот... Там да. же камеры стоят, их менты приезжают иногда. Гоняют. Забирают, да? Ну. Понятно. Так проезжает. Это вы на велосипеде. У нас сюда фуры заезжали под все знаки. А что такое? Так и, а где знаки? Да ты вот проехал, два кирпича было вот буквально. Ну там перед... видно знаки. Ну. Не смотрят. Не смотрят по старой памяти. Все объехали. А где знаки еще наезжают? Вы что, ребята? И вот так вот задом потом фурок не развернется. Нет, и вы... отсюда задом пошел. Я-то знаю, с 5-го его закрыли, да? В январе. Да когда мы там? Да его закрыли пораньше. Мы зашли сюда, вот не я, а другой пора зашел. Где-то 12-го, по-моему. Января, да? Да. Не, я помню, что на первое ездил я к родственникам Барнул. Угу. Было открыто. Ну да. А потом чуть попозже. Понятно, значит, 2 года. Ого-го. Ну 2 года, если, как говорится, платить будут. Если все хорошо, да? А вот сейчас с этими коронавирусами и прочее. Деньги-то, в принципе, федеральные. Пока они не задолжали. А если начнут задержки, то люди могут разбежаться. Так не только коронавирус, нефть-то тоже. Нефть вообще отдельная тема. Да. А нефти нет и денег нет. У нас так. Ну, мы же на игле сидим, наверное. Не говорите. В тех же штатах, как бы их не критиковали, у них фланцевое это подешевело, нет. У них и бензин стал дешевле. Ну, у меня дочка солярка. Там? Да. Ага. У них бензин сейчас 25 рублей на наши деньги. Это не в самом дешевом штате. Ну, штаты живут неплохо. Вон да. им всем выплатили на одного члена семьи $1200. 1200, я слышал. Да. Ребенку, 3-летнему у меня, внутри 4 года. $500. Сейчас, если еще будет продолжаться, еще пообещали. Да, а загнивающий запад. Да, а у кого побольше доходы, тому больше выплатили. Потери по потере. Да, смотри. Да. Ну ладно, спасибо, хоть просветили. Да? Поехал я. Алло. Извиняюсь. Да, говори. До свидания. Да. Ну вот так вот, ребята, сами же слышали, да? Строительство моста рассчитано на 2 года. То есть само покрытие сделают в этом году, а здесь же еще вот эти подъездные пути, вот на которых я сейчас еду, спускаюсь вниз, чтобы он не разъезжался, как говорится. Это еще год. Представляете? И это в том случае, если будут деньги. Ну, прораб говорит, что деньги федеральные, вроде должны платить. Вот такие дела. Ребята, когда сюда ехал, думал, камеры, которые висят на дороге, работают или не работают. Оказывается, работают. И, ну как, молодые люди, парни, а может не молодые, ну короче говоря, стрит-рейсинги, уличные гонщики приезжают тут крутить, дрифтовать, или как правильно. Приезжают, камеры смотрят, арестовывают. Так что, ребята, осторожнее, если будете заниматься этим видом спорта. Ну что, не знаю, может еще включусь, а пока всем пока. А вот смотрите, ребята, в прошлый раз ездил, встречал вот этого лыжероллера, и за ним на Ниве ехали, и опять. То есть тренируется подросток или девочка, это не знаю.